Что у нас сегодня? Воскресенье. Какое-то марта. 18 марта. Лагерный пруд. Шарик. И я. Идем посмотрим, что здесь происходит. Какие-то шланги. Вот так вот. Что тут? Крещенские купания будут? Да. На следующий год. А что за шланги? Зачем они? А, это воздух тут. Так, шарик, ты куда? Трудно поверить, что тут плаваешь на лодке летом-то. Лед такой. Какой лед толщины? Большой? Вот это кусок такой. 80 твердых. Чего себе. А может сегодня получится порыбачить, нет? Есть что порыбачить? На что? Конечно. Шарик. Скоро там рыбный день какой намечается. Так. На. Он какой-то гальянчик нашел. Так, во. Рыбка где? Во. Так, а? А, вот. Так. Это где они, откуда взялись-то? Смотри, какая рыба. Сразу мороженое все. А где они? Во льду прям были? А, да? Они прям вмерзли в лед, получается? Или что? Нет, ну, кстати, такой современный способ хранения сейчас. Замороженное сразу. Я не человек, пришел, вырубил кубометр льда, оттуда выдолбил замороженную рыбу. Вот прям во льду рыбка. Чего себе. Рядом опасно стоять, осколки льда летят сильно. А этот чайник тоже тут пригодится? Такие дела, да. Так, поди сапоги-то не те обул, а то сейчас промочишь еще. Да не те, ну. Да, вот. Еще рыбку нашел, шарик, да ты сегодня с уловом хорошим. Так это карасик настоящий. Шарик, ты карасика себе оторвал? Пойдем посмотрим на нашу работу. На бывший слив. Это мы. Под руководством Игнатия Тихоновича. Перекрыли тут проход в воде. Вот. Шарик. Ой. Интересно, что раздевалки снегом занесло. Одну маленькую раздевалку полностью снегом занесло. По крышу почти. А вторую наполовину. Где там? И туалет возле огородика. Тоже весь в снегу почти. Столько снега. Никак рыбку не возьмут. Какие дела. Тебе уже приходилось такое делать раньше? Да мы всю зиму такое делали. Где там, в Украине или в России уже? Нет, здесь я имею в виду. Там никогда, я даже не знал, что такое есть. Мы первый раз вот здесь где-то протолбили. Так там эти пошли коропы. И чё? Да куда пошли? Какой азарт был. Дышать, они же когда задыхаются, поднимаются подышать.
И такие они, короче, расслабленные, очень вялые. Ну, то есть лопатой прямо воду вычерпываешь, и они их выносят наверх, и все. А не было сейчас. Там даже целое видео. Ты смотрел видео? Мы засняли одно. Да вот не смотрел. Батюшка сидел там. Понятно. Деревня там. Что-то еще рассказать вам. Я так тогда обрадовался, я думал, что постоянно целую зиму такая рыбалка будет. А сколько достали-то рыб туда? Почерпал. Да мы тогда больше 20 штук мы. 20 карпов? Да. Такие. Такие были даже. И что, вкусные были? Вкуснятина вообще. Вот тина. Ну, я разнес все, попробовали. Ну, Виктор Николаевич не достал, конечно. Он был в Осесе или где. Я думал, еще наловлю. Потом прихожу, долбил, так надолбился, все руки меня, ноги болят. Черпал здесь, ничего. Оказывается, потом уже я прочитал там, что они когда задыхаются, они тогда поднимаются со дна и подплывает кулун. А так, когда им все хватает, они себе на глубине сидят и все. И ус не дует. Сейчас бы хоть один всплыл бы. Ну. Понятно. Собирай шарик, а то. Так они так быстро не всплывают. Мы там сколько гребли эти лопаты. Потом еле двоих выманили. Уже под вечер пошло их побольше. Они то, я не пойму, что они проснулись там или что с ними было. Так вы до вечера были там? Да. И здесь точнее. Уже темнело. Вот. Так что губу я раскатал. Хорошо. Ну чего-чего, гальяна в море. Ну какое море? Ничего моря нет. Да вижу, прям во льду они. Так они плавают в водичке вон. Понятно, ладно.